На днях мы сделали невероятную гардеробную с нуля, и лучшее в этом проекте мы сделали это бюджетно и практически бесплатно. Вдохновились идеей переработки, использовав старую мебель, которая осталась от предыдущих хозяев квартиры. Ну а для пола и плинтусов мы взяли остатки от нашего прежнего ремонта, чтобы максимально сэкономить на ремонте. Результат просто потрясающий. Мы создали просторное и стильное место для хранения вещей, выделив лишь минимум средств семейного бюджета. Ну и как вам наша гардеробная?